Итак, давайте, коллеги, проверим еще раз запись. Хорошо ли меня слышно? Не очень ли громко? Поставьте, пожалуйста, плюс, потому что запись я включила, чтобы вам была дополнительная информация. Отлично. Итак, рада вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно и индивидуально составлять программы по уходу за кожей лица. Наступают предновогодние праздники. И от того, насколько вы грамотно и правильно за этот месяц приведете себя в порядок, от того, как ваши клиенты именно грамотно приведут себя в порядок, от этого зависит у нас момент, как мы будем выглядеть в новогоднюю ночь. Поэтому, прежде чем вам рассказывать это, я решила показать вам основы основ. Потому что про каждый продукт можно рассказывать очень долго. И я прекрасно понимаю, что каждый продукт, это я, ну, я не смогу все вам передать, потому что информации огромное количество. Итак, давайте перейдем к самому главному. Запишите для себя и сделайте пометку, что для каждого из возрастов характерны свои особенности стадии взросления. Поэтому вот серия Faberlic, она сгруппирована по возрастам. Но помимо того, что группировка идет именно возрастная, есть еще и другое. Есть состояние кожи, внешний вид кожи. И не всегда зависит от возраста то, как мы выглядим. Любовь, я не буду отвечать на ваши вопросы, простите. Сейчас у нас другая тема. Давайте мы с вами поработаем, а потом я обязательно вам отвечу на них. Итак, первое. Это, конечно же, возрастная аудитория. И, естественно, разный возраст, он дает свое отпечаток на коже лица. Второе. Еще бывает неправильный уход. И, соответственно, получается, что состояние кожи иногда выглядит так, как будто бы, знаете, как возраст у нас совершенно другой. И это вот, ну, вот оно влияет очень сильно. Зависит и по коже, от наследственности и образа жизни, естественно, потому что это очень важно, что мы едим, употребляем ли алкоголь, курим ли, правильно ли спим, от этого тоже зависит наше состояние кожи. Поэтому вы можете пользоваться средствами из ближайших возрастных категорий, но об этом мы поговорим чуть позже. Потому что часто мне задают вопрос, вот если мне, например, 39, а мне хотелось бы взять что-то из серии 40+, могу ли я это сделать? И я говорю, конечно, можете, но об этом я говорю чуть позже. Самое важное, пользоваться постоянно. И если есть курсовые какие-то средства, то именно курсами. И также очень важно, чтобы пробовать и комбинировать продукты. Потому что многие берут просто одну серию и повисают на ней. Но это не совсем правильно, потому что не всегда вся серия, например, одна идентичная, может решить все ваши проблемы. Ну, давайте посмотрим по порядку, какие есть определенные факторы. И подготовьте, пожалуйста, листок и ручку. Я сейчас вас буду тестировать. А точно такой же тест вы сможете задать своим клиентам. Задать эти вопросы, которые вам могут определиться, что происходит с их кожей. Очень важный тест – это достаточно ли увлажнение вашей кожи, потому что вообще в косметологии практически каждый второй косметолог, да даже, думаю, каждый первый вам скажет, что почти каждый плохо увлажняет свою кожу. Зимой часто думают, что нельзя, потому что увлажняющими средствами будешь пользоваться, и оно замерзнет на морозе. Летом говорят, мне и так жарко, зачем я буду увлажнять кожу, и многое другое. Поэтому давайте протестируем. Готовы? Если готовы, поставьте мне восклицательные знаки, чтобы я понимала, что вы готовы. Поставьте. Отлично. Вы можете записывать вопросы и тут же отвечать. Нужно отвечать просто «да» или «нет». Итак, 10 вопросов теста. У вас сухая или чувствительная кожа? Ответьте «да» или «нет». Второй вопрос. Вы умываетесь жесткой водопроводной водой?
Да или нет? Ваша кожа часто шелушится? Да или нет? После умывания вы испытываете ощущение стянутости? Да или нет? На губах бывают трещины? Да или нет? Если вы не успеваете записывать вопросы, то вы потом их возьмете. Главное, вы сейчас просто отвечаете, да или нет для себя. А круги под глазами не проходят и даже становятся заметнее. Можно, конечно, без проблем. Я потом вам сброшу, и вы сможете не просто на телефон, а прямо этот тестик возьмете для себя. Круги под глазами не проходят и даже становятся заметнее, да или нет? После 8-часового сна цвет лица остается тусклым, да или нет? На коже есть мимические морщины, да или нет? Вы много времени проводите в помещениях с кондиционером и не пользуетесь увлажнителем воздуха? Да и нет. Вы часто бываете на ярком солнце? Да или нет? Если вы ответили на все вопросы, пожалуйста, поставьте мне плюсики, чтобы я понимала, что я могу перейти уже совершенно к другому этапу. Отлично, благодарю вас. Итак, я двигаюсь дальше. Это вот средства, которые могут вам помочь. Это совсем маленькая толика для увлажнения. Это шикарный продукт наш, который я рекомендую всем. Это спрей-лед, он прекрасно увлажняет. Это серия вербена зима, гардерика. Это из серии эксперт увлажнения. И много-много еще других кремов, которые могут вам в этом помочь. Но важно определить. Давайте посмотрим, хватает у вас влаги или нет. Если вы ответили «да» на два и более вопросов, вашей коже нужна дополнительная помощь. С шелушением справятся мягкие скрабы, которые удалят ороговевшие клетки. Это очень важно делать. Иногда бывает шелушение, если вы ответили «да», оно бывает иногда, значит, вы не используете скрабы или вы недостаточно, или редко их используете. И поэтому роговые клеточки на поверхности вашей кожи накапливаются и происходит шелушение. С трещинами на губах помогут обязательно питательные бальзамы. Бальзамы для губ огромное количество у нас. И вкусные, и сладкие, и есть специальные зима, и есть антивозрастные, и есть с витамином Е. Их огромное множество. Вы можете их запросто найти в нашем каталоге. Бальзамы можно наносить как на ночь, точно так же их можно наносить под помаду, для того, чтобы увлажнить ваши губы, особенно сейчас, зимний период. С темными кругами хорошо поработает крем для век с гиалуроновой кислотой. Этот крем это как раз из серии Проликсир. Есть еще несколько дополнительных средств, которые работают именно с кругами под глазами, с синяками и с темными кругами под глазами. Это из серии Эксперт. Ну, об этом чуть позже. Восстанавливайте водный баланс при помощи увлажняющих кремов и сывороток. Если вы ответили более двух раз, если у вас хотя бы более двух раз отвечено «да», значит, у вас уже недостаточно влаги. Если, предположим, у вас на все ответы «да», тогда, коллеги, вам пора задуматься, вам действительно не хватает. И для этого очень хорошо подойдет концентрат суперувлажнений серии «Эксперт». Он вернет коже склонность к сухости, естественную эластичность и здоровый цвет. И сейчас потрясающая есть коллекция, специальная для увлажнения, которая именно работает на увлажнение, на восстановление влаги в дерме кожи. Кремы и сыворотки серии Проликсир помогут сохранить красоту кожи на долгие годы. Поэтому обязательно там есть и тканевая маска, и маска-патч для век есть. И точно так же есть специальный прям вот бутылек, замечательный. Он прям гелеобразный, он потрясающий, именно увлажняет кожу, восстанавливает именно... Он, знаете как... Он заставляет кожу вырабатывать собственный коллаген. И, соответственно, получается, знаете как, кожа сама начинает вырабатывать, потому что от природы у нас коллаген есть, но с годами он становится, высыхает или уменьшается.
Теперь следующий этап, который важен в подборе именно серии определенной, как для клиентов, так и для вас. Нужно понимать, что кремы и сыворотки необходимы и то, и другое. Сейчас мы с вами поговорим сходство и разница между кремом и сывороткой. Очень часто мне говорят, раз сыворотка такая прекрасная, почему я должен дать крем? Может быть, я буду сывороткой только пользоваться? А кто-то говорит, у меня потрясающе крем, я его взял, мне сыворотка не нужна. И сейчас мы с вами поговорим о том, зачем нужны кремы и зачем нужны сыворотки. Это тоже очень важный фактор в подборе именно программы. Сходство и различия. Крем прежде всего глубоко увлажняет и питает кожу, то есть он глубоко работает на ваши клетки и на вашу кожу. Сыворотка работает с конкретной проблемой. Если сухость, то она снижает тонус, наоборот, восстанавливает тонус. Если морщинки, то она именно специально работает на глубокие морщины, или сыворотка работает на морщинки мимические. И именно сыворотка быстро, интенсивно работает на решение этой проблемы, так как содержит активные вещества высокой концентрации. В кремах концентрация полезных веществ все равно уменьшена. А в сыворотке они почему и маленькие? Вот иногда вы смотрите, и многие говорят, ой, она такая маленькая, насколько мне ее хватит? Ее достаточно буквально несколько капель, или буквально совсем чуть-чуть, с горошинку, знаете, как с рисовое зернышко. Крем действует комплексно, он необходим для систематического ухода утром и вечером обязательно. Эффект от его применения заметен после 3 недель использования. И используют постоянно, чтобы день за днем обеспечивать профилактику старения. Например, дневные кремы – это обязательно, потому что они работают на защиту вашей кожи, а именно ночные работают на восстановление вашей кожи. И когда кто-то берет, например, только дневной крем и говорит, я ночью пользуюсь, но тогда он не хочет восстановить структуру своей кожи. Он не хочет восстановить те проблемки, которые у него есть. Именно ночной крем, когда мы спим, работает на восстановление, на, знаете как, на некоторые кремы даже латают кожу, латают клеточки, пока мы спим в спокойном состоянии. Если кто-то не берет ночной крем, это плохо. Были у меня такие клиенты, которые говорили, и консультанты, которые говорили, я ночной крем возьму, а он мне не нужен. Представляете, мы за ночь восстанавливаем свою кожу, кожа начинает немножечко себя чувствовать более комфортно. А днем на нас светит солнышко, дует ветер, неправильная, ну, как экология, может быть, загазованность. И все, и получается все, что мы восстанавливали ночью, угроз цена этой работе. Поэтому днем именно мы защищаем, мы подтягиваем кожу, потому что ночные крема, они обычно чуть-чуть жирнее. Если для сухой кожи, то они вообще жирненькие, потому что они питают кожу. Дневные крема обычно очень быстро впитываются, они не оставляют следов на коже. И дневные крема, они работают именно на защиту, на лифтинг, на подтяжку. То есть дневной крем работает именно на это. Поэтому необходимо и дневной, и ночной крем. Сыворотки обеспечивают быстрый результат и должны работать двухмесячными курсами. То есть, если вы, предположим, взяли сыворотку какую-то, и она у вас закончилась через 2 недели, и вы говорите, все, я курс прошел, это неверно. Сейчас в компании, я вот фотографию не вложила, но вы все видели сыворотки, которые в отдельных ампулах с маслами. Вот там нужно одной сывороткой взять 3 упаковки, использовать, вначале восстановить свою кожу, потом следующие взять, опять 3 упаковки и следующий этап сделать, увлажнение. И третья именно идет как на лифтинг, и там тоже нужно 3 упаковки. Поэтому нужно так рассчитать, чтобы именно 2 месяца вы использовали определенные сыворотки. Есть у нас сыворотки-шприцы. И если вы их будете делать в комплексе, именно сделайте 2 месяца, тогда вы увидите, насколько будет пролонгированный эффект.
То есть вы перестаете пользоваться сывороткой, а ваша кожа держит этот тонус. Ваша кожа благодарна вам, и она выглядит намного моложе вашего биологического возраста. Это очень важно. И смотрите, сыворотки нужно наносить ежедневно под крема. Или просто нанести на несколько капель, 3-4 капли нанести на лицо, и после этого уже наносить крем. Но я, например, мне очень намного комфортней, я выдавливаю на руку крем, достаточное количество, капаю туда несколько капель сыворотки, и уже наношу, разношу по лицу, по массажным линиям. Поэтому, когда вы будете говорить со своими клиентами и составлять их программки, обязательно расскажите об этом, потому что именно сыворотка необходима для усиления эффекта и дневного крема, и ночного крема. Тогда ваши клиенты и вы увидите эффект гораздо быстрее. И чем быстрее вы им предложите именно комплексный уход, тем быстрее они будут к Новому году выглядеть в несколько раз красивее и в несколько раз моложе. Вот я вам говорила про вот эти сыворотки. Два шприца. Одна работает на мимические морщинки, другой шприц работает на глубокие морщины. Что такое мимическая морщина? Я еще раз повторю, потому что, может быть, у нас есть новички, которые не знают этого. Мимическая морщина – это когда мы улыбаемся, хмуримся, плачем. Если мы плохо видим, мы морщимся, ну вот, например, без очков. Вот это все мышца напрягается. Это мимика, мимические морщины. Есть такой даже анекдот, я вам его расскажу. У женщин морщины, одна большая морщина между бровей, а у мужчин морщины вдоль лба. И говорят, почему так? Да потому что мужчина приходит после работы домой, жена хмурится и говорит, где деньги? А мужчина говорит, не знаю. И вот есть такое шуточное поверье, что именно из-за этого у женщин морщины от хмуривания, а у мужчин морщины от удивления. Так что вот такой момент. Вот смотрите, именно сыворотка, которая омолаживающая или прекращающая появление мимических морщинок или гусиных лапок вокруг глаз, ее наносят именно там, где есть мимик. Носогубный треугольник, уголки губ, вокруг глаз, на лбу. Эта сыворотка предназначена для этого. Вторая сыворотка предназначена для того, чтобы заполнить глубокие морщины. Что, как она работает? Она вначале заполняет морщинку, разбухает и визуально уменьшает форму морщины. При постоянном использовании вы увидите пролонгированный эффект, что глубокая морщинка начнет просто-напросто уходить. Вообще вот эти сыворотки удивительные, шикарнейшие. Это, знаете как, это альтернатива инъекциям молодости и уколов. Поэтому обязательно их возьмите и рекомендуйте своим клиентам. Можно сделать, разделить их, например, на ночь наносить сыворотку от мимических морщин, потому что когда мы там не хмуримся, мы спим в расслабленном состоянии, гораздо легче мимика наша расслабляется, и мышца, которая заставляет вот эту морщинку делать, она начинает расслабляться под действием сыворотки. А именно для глубоких морщин мы наносим именно на день. И вот чередуя так в течение 2 месяцев, вы увидите, если каждый день вы это будете делать, вы увидите удивительнейший эффект. Есть у нас еще и сыворотки из коллекции Сингара. Вот которая розовая, это, знаете как, можно сказать, что она сыворотка, но с другой стороны она как крем. Она такая, знаете, когда ее наносишь, она растает на лице, то есть она становится такая, знаете, немножечко водянистой, очень быстро наполняет наши клеточки именно влагой и увлажнением и питанием. Поэтому возьмите себе, вот попробуйте, вот точно не пожалеете. Потрясающий, знаете, аромат такой благородный. Очень хорошо и очень быстро приводит кожу в порядок и увлажняет. Но еще очень удобная здесь крышечка. То есть вы, вот видите,
крышечка стоит, на нее надавливаете, поворачиваете вправо, и она закрывается. Соответственно, вы не попадаете в сам флакон, соответственно, сам продукт работает более правильно, потому что когда мы открываем коробочки или баночки, то происходит, ну, немножко не тот эффект. Поэтому вот эту сыворотку обязательно попробуйте. Вторая сыворотка из Сингары, это фреш сыворотка. Это брызгалка. И я бы вам сказала, что эта сыворотка работает как кофе утром. То есть это кофе для вашей кожи. Это дренаж, это бодрствование. И знаете как? То есть кожа начинает просыпаться и начинает совершенно по-другому себя чувствовать. И, соответственно, если вы сильно устали, то можно даже вот этот фреш брызнуть прямо на декоративную косметику. Ну, конечно, издалека, не близко, чтобы ничего не потекло. Вы увидите, какой эффект вы будете получать. Причем много ее не нужно, совсем чуть-чуть. Также у нас есть большое количество различных сывороток других. Какие-то есть, каких-то уже нету. То есть они есть еще на некоторых региональных складах, на некоторых нету. Очень люблю все эти сыворотки, все попробовала. Каждая по-своему хороша. Одна делает прекрасный лифтинг, другая именно восстанавливает, Пролексир восстанавливает именно гиалуроновую кислоту в коже, соответственно, каркас кожи совершенно другим становится. Сыворотка, которая посерединке снизу, айстрим, она дает сияние коже, и при использовании этой сыворотки всего буквально неделю ваша кожа будет ощущение, знаете как, когда я первый раз попробовала эту сыворотку, пришла к маме, она говорит, ничего не пойму, у тебя лицо блестит. Я говорю, блестит от пота? Она говорит, нет, оно прям вот какое-то аж сияющее. Она действительно, вот эта сыворотка очень быстро приводит кожу в порядок. То есть она заставляет кожу сиять. Шикарнейший аромат, потрясающая вообще сама по себе. Текстура очень приятна. Сыворотка Реноваж, она очень хорошо работает на подтяжку, знаете как, бульдожик щечек и подбородочка второго, но это уже после 50. Которая слева сыворотка, это сыворотка для увлажнения. Где-то она есть, где-то ее нет. Но сейчас появилась новая коллекция альтернатива увлажнения, она можно взять оттуда крем, и он будет заменять эту сыворотку. Вообще, коллеги, сывороток огромное количество, огромное множество. Просто когда вы будете в следующий раз смотреть каталог, обязательно обратите внимание на все сыворотки, которые есть. И обязательно прочитайте их составы. Дарья завтра будет рассказывать, где можно взять информацию по продукту. Поэтому очень полезная информация, рекомендую вам всем быть. Смотрите, концентрированная увлажняющая сыворотка Пролексир, она разрешена от 25 лет. Что значит от 25 лет? Многие мне говорят, а мне 60. От 25 лет и до бесконечности. Если у вас есть проблема, или у ваших клиентов есть проблема с увлажнением, вы задали вопросы, они вам ответили, им уже глубоко не 25, предложите им эту сыворотку, Пролексир. Потому что именно это сыворотка помогает бороться со старением на уровне ДНК, она преображает и разглаживает морщинки и стимулирует естественный процесс обновления. То есть, если вам свыше 25, это сыворотка для вас, неважно, сколько вам лет. Вот именно омолаживающая сыворотка Реноваж, она подходит для кожи возрастной от 50 лет. Но если, коллеги, у вас есть проблема, что у вас обвисают щечки или у ваших клиентов, если есть второй подбородочек, если каркас кожи, знаете, такой дряблый, то тогда эта сыворотка подойдет даже тем, кому 48, кому 45 и кому 49. То есть, понимаете как, это близко к 50. И от 50 и выше добро пожаловать. Тем, кому, конечно же, 40, я не рекомендую эту сыворотку, она очень сильная, и она прекрасно восстанавливает именно каркас кожи. Я попробовала ее в 47 лет, когда мне исполнилось. Я очень благодарна Риме Корнеева за создание этой сыворотки, потому что она, когда выступала на сцене, она сказала, я создавала эту коллекцию лично для себя, потому что я понимаю, что мои процессы старения происходят особенному, и мне нужно определенно что-то было
ну, сделать такое, чтобы моя кожа стала более молодой и красивой. И она действительно так и есть. Потому что именно эта сыворотка укрепляет и восстанавливает пропорции лица. Она подтягивает кожу и выравнивает ее рельеф. Поэтому возьмите, кому свыше 30, простите, свыше 45, если вы видите, что у вас есть такие проблемки, эту сыворотку можно взять для себя. Смотрите, в любом возрасте очень важно иметь сыворотки. И есть сыворотки, которые подходят для молодых, а есть сыворотки, которые подходят для более старшего поколения. Важно другое. Рекомендуется именно молодежи сыворотки, чтобы они все направлены на увлажнение и на профилактику увядания. Чтобы вы не стал те, кто молод, чтобы вы не сталкивались с этими проблемами. А для зрелой кожи это действительно реконструкция матрикса кожи и обновление структуры кожи. Если это понятно, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, чтобы я понимала, что буду переходить к следующему этапу. Понятно? Отлично. Почему я вам это рассказываю, коллеги? Потому что когда вы составляете программы, вы должны быть убедительны. Вы действительно должны понимать, зачем вы это рекомендуете. У вас на лбу не должно писаться, лишь бы продать. У вас должно на лбу писаться, я хочу помочь и решить вашу проблему. Если вы будете подходить к подбору индивидуальных программ ваших клиентов, глядя на их лицо, составляя с ними именно историю внешнего облика, кожи, лица, что там происходит на лице у вашего клиента, прям распишите по возрастам и многое другое, то тогда ваша задача решить проблему этого человека, что ему не нравится на своей коже. И очень важно задать несколько вопросов для того, чтобы он сам рассказал, мне не нравится это, а мне не нравится вот это. И тогда вы более грамотно и четко сможете подобрать ему определенные сыворотки или определенные крема. Итак, как же сделать так, чтобы время красоты наше было всегда с нами? Потому что именно Фаберлик, он дает действительно такой эффект. Когда меня спрашивают, сколько тебе лет, и когда я называю свой возраст, я говорю, через 1,5 года мне будет, даже уже не через 1,5, а через год и месяц мне исполнится, через год и 1 месяц мне исполнится 50. Мне говорят, да ладно, я говорю, да ладно. Потому что на самом деле, именно используя постоянно сывор, наши крема, наши средства, мы действительно очень... Вот, спасибо, Галина. Да ладно. Вот прям совсем немножечко осталось. Итак, мы выглядим гораздо лучше. И это вы можете заметить, когда вы едете в автобусе и видите тех людей, которые садятся туда. И вот знаете как, действительно это профессионально. Людей сразу видно, пользуются они вообще уходом или нет. Ухаживают они за своей кожей или нет. И важно несколько факторов, которые самые важные. Вы можете сфотографировать или записать себе, которые при подборе программы. Первое. Обязательно нужно учитывать тип кожи. Обязательно. Были... Спасибо. Смотрите, были такие проблемы и у меня. В том числе расскажу эту историю. Когда я только начала работать в компании Faberlic, я была, ну, потребитель. И, естественно, когда мне сделала заказ моя знакомая на большую сумму, я так радовалась, что я заработаю деньги. Прям супер. Но я не понимала, что она заказала серию, которая не подходит ей по возрасту. Она выбрала ее, сказала, я в этом разбираюсь, и я с удовольствием ей это продала. Но когда она потом позвонила мне, и у нее произошел, знаете, взрыв на лице, потому что кожа начала бастовать, потому что по возрасту эти крема не подходили. Поэтому, коллеги, пожалуйста, будьте аккуратны и внимательны, когда вы смотрите тип кожи и возраст биологический. Очень важно, потому что от правильного подбора именно по типу кожи и вот по этим всем факторам
у вас клиент будет доволен, он вам скажет спасибо, и вы тогда намного, знаете, ваши знакомые, ваши близкие, кому вы будете дарить подарки, обязательно учитывайте этот фактор, вспоминайте, спрашивайте, именно вот эти факторы, тогда у вас не будет никаких проблем. Она была младшая средств, и поэтому у нее произошло страшное, и мы уже, вот сколько я в компании Faberlic, я это помню, мы до сих пор с ней не разговариваем. Она на меня обиделась с жуткой обидой, и я прекрасно ее понимаю, потому что на самом деле это было неправильно с моей стороны. Поэтому не повторяйте, пожалуйста, моих ошибок. Первое, тип кожи. Тип кожи бывает трех видов. Сухая, комбинированная и нормальная. Жирной кожи не существует. Это состояние кожи. Нормальная бывает крайне редко. Сухая бывает гораздо чаще. Комбинированная – это вообще 80-90% комбинированная кожа у людей. Как определить сухую кожу? Чтобы вам понимать, если вы разговариваете с клиентом и планируете ему составить программку. Во-первых, она, знаете, такая полупрозрачная. То есть она такая белого, бледного цвета, полупрозрачная. Видны веночки, не красные капилляры лопнувшие, а именно веночки тоненькие. То есть она такое ощущение, как пергаментная, как бумага пергаментная. Еще можно определить сухую кожу по тому тесту, который я вам сказала. А еще также сухую кожу можно определить, если вы... Подставьте вот сейчас пальчик свой под щечку, где у нас заканчивается овал лица, и начните двигать вверх свой палец. Если у вас собирается кожа как бумага, как пергамент, значит у вас сухая кожа. Если она не собирается, а так, знаете, как двигается более плотно, значит у вас относительно хорошее состояние кожи и сухости практически нету. Так вот, тип кожи. Второе, обязательно состояние кожи. Потому что очень часто бывает, например, кожа комбинированная, но настолько человек не любит, что у него комбинированная кожа, и он пересушил, и даже состояние кожи может быть сухое. Но состояние кожи бывают определенные. Это жирная кожа, это проблемы могут быть внутри, с кишечником, или гормональные. Это морщины, до этого немножко с вами поговорили. Это пигментация, она бывает абсолютно разной по разным направлениям. Возрастная бывает пигментация. Возможно, люди использовали скрабы усиленные, пилинги, перед тем, как пошли загорать, и кожа дала сбой, и теперь пигментация постоянно пятнышко выскакивает. Это может быть какие-то заболевания внутренних органов. И кожа чувствительная. Я написала кожа чувствительное состояние, но вообще бывает аллергичная кожа. И бывает очень часто, люди говорят, у меня аллергичная кожа, я не могу ничем пользоваться. Очень важно определить, она просто чувствительна или она аллергична. И важно спросить, чем человек пользовался. Тогда можно уже более четко определить, может быть, он неправильно пользовался не теми средствами, которые ему подходят. Если все-таки у человека действительно аллергичная кожа, то вы можете предложить крем попробовать на сгиб на локтевом суставе и отправить человека, и пусть он домой придет и посмотрит, какая будет реакция. Если реакция нормальная или за ушком, ну, за ухом плохо видно, а именно вот на сгибе очень хорошо проверить крем, дает он реакцию или нет. Потому что если кожа аллергичная на лице, то она аллергичная на теле. Поэтому вот здесь оно правильно работает. Если аллергия или чувствительность идет только на коже лица, значит, действительно, он неправильно использовал какие-то средства. Ее необходимо восстанавливать, увлажнять, питать. Использовать наш любимый Новафтем, о котором я вам рассказывала, потому что именно он снимает любые аллергические реакции. Третье, это возраст, биологический возраст. Но знаете как, вот, например, сегодня была такая ситуация, звонит мне телефон, и девушка говорит, здравствуйте, мы проводим соцопрос по поводу мобильных приложений, и мы задаем вопросы людям от 14 до 40. Скажите, вы входите в эту категорию? Я говорю,
Нет, я не вхожу в эту категорию, мне 48. И мне девушка говорит: хорошо, до свидания. Я говорю: а ничего, что я пользуюсь мобильными приложениями и очень усиленно пользуюсь. Она сказала мне: это не имеет значения, вы уже не в том возрасте, чтобы пользоваться мобильными приложениями. Так что сегодня мне сделали комплимент вот такой. Когда вы будете работать со своими клиентами, пожалуйста, это ужас, да, это вот прям, я сказала: хорошо, удачи вам. Смотрите, когда вы будете работать со своими клиентами, вы не говорите, какой у вас возраст. Может быть, спросите очень аккуратно. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Потому что для меня очень важно вам правильно подобрать комплекс. Или можно, знаете, как сказать? Когда разговариваете, вы говорите: особое состояние кожи. Не говорите возрастное. Можно человека обидеть. Кто-то нормально реагирует, если хорошо выглядит. Еще и посмеется и свой возраст скажет. А кто-то постоянно на этом делает акцент. Поэтому будьте аккуратны, будьте корректны по отношению к своим клиентам. Объясните, зачем вам это надо. Тогда вы можете сказать: тогда я вам более четко подберу и более правильно именно комплекс. Обращать нужно еще один фактор – это сезонность, потому что то, что необходимо летом, то зимой мы не будем это наносить. Если нам нужно это зимой, специальные питательные средства, чтобы кожа наша не сохла от ветра и мороза, то летом мы стараемся, наоборот, увлажнить больше кожу, чем питать. Поэтому вот сезонность играет роль тоже. На это нужно обращать внимание в подборе кремов, по отборе комплекса. Обязательно нужно учитывать, что должен быть каждодневный уход. То есть, когда вы составляете программку, вы не просто продаете один крем. Потому что, смотрите, если вы продадите только один крем, человек, не умывшись, не протерев лицо, не удалив загрязнения правильно, нанесет крем, и вся грязь с нашими кремами пойдет вовнутрь. Потому что практически во всех кремах у нас находится новафтем. А новафтем является трансдермальным переносчиком полезных веществ в кремах в наши глубокие слои кожи и к нашим клеточкам. Если кожу правильно не очистить, то вот эта вся грязь с нашим любимым новафтемом пойдет в глубокие слои. И бедные наши клетки скажут: вы что, нас кормите полезным и в то же время грязью этой? Поэтому комплекс обязательно каждодневный. И это обязательно нужно прописывать. Также есть уход выходного дня. Его тоже необходимо обязательно человеку, зачем ему это надо. Но об этом мы немножко поговорим позже. Есть еще специализированные уходы. Это как раз те сыворотки или какие-то более сильные крема, например, курсовые, которые необходимы именно чтобы для решения проблем. Потому что помимо сывороток есть, особенно в серии «Эксперт», особенно в пептидной косметике, именно в Сингаре, они более сильные. И они работают именно на решение конкретной проблемы. Это специальный уход. И это именно курсовой. И особые предпочтения, конечно же, клиента. Их нужно учитывать. Что я вписываю сюда в особые предпочтения? С одной стороны, конечно, клиент должен понимать, нравится на запах или нет. Могу сказать точно, что, например, все наши отдушки в кремах, они все очень нежные, очень комфортные, очень приятные и нету приторности. Но опять же есть коллекции, которые более сладковатые. Они все любят сладкие крема. Многие любят, чтобы практически не было аромата. И поэтому, когда вы будете подбирать коллекцию, когда вы будете подбирать именно программку, обязательно задайте вопрос. Скажите, вы предпочитаете, вы нормально относитесь, если аромат будет сладковатый для использования для кожи? Если человек скажет: нет, я люблю, чтобы практически не было запаха, то тогда вы сможете именно подобрать ему такой крем, чтобы человек получал не только уход, но еще и комфорт внутренний. Какие еще особые предпочтения? Бывает, что человек хочет быстро привести в порядок свое лицо, но у него недостаточно средств для покупки дорогой серии. Например, вот я фотографию не сделала коллекции, которая новая, которая
у нас удивительная, которую представляет Рената Литвинова, драгоценный уход высшей пробы, платинум, она удивительная, но она и по стоимости более дорогая. Если человеку без разницы по ценовой политике, тогда вы предлагаете более дорогой уход. Если человеку, он говорит, мне бы как-то по, ну вот, чтобы очень дорого было, но в то же время, чтобы был быстрый эффект, тогда вы вот в этом предпочтении комбинируете. Что-то берете именно из дорогой коллекции, а, например, умывание и тонизация из более недорогой коллекции, или то, что представляется в каталоге со скидкой. Если это понятно, я перейду к следующему слайду. Поставьте плюсики, пожалуйста, чтобы я понимала, что вы меня слышите. А то вы так молчите. Все понятно, все нормально, отлично, благодарю. Итак. Вот что хочу, какие рекомендации вам дать именно на сейчас, потому что мы с вами именно будем, вы будете составлять программки именно на зимний уход. А зима у нас только началась, и именно самое страшное, вот это холода и все остальное, это только-только-только начинается. И поэтому очень важно косметический ремонт или готовим кожу к холодам. Поэтому давайте посмотрим, какие рекомендации я хочу дать вам, а вы передадите своим именно клиентам. Первое – это мягкий пилинг. Потому что в зимний период можно использовать химический пилинг, и как раз сейчас три шага по суперцене в этом каталоге в 16-м, я рекомендую обязательно его взять. Потому что, с одной стороны, вроде бы там и... знаете, как шлифовка идет, но там есть именно химический пилинг, который очень хорошо расщепляет наши ороговевшие клеточки, цемент между ними, и клетки, ну, старые клеточки, они очень легко удаляются. Вот, отлично. Нет слайдов? У кого нет слайдов? А вы перезагрузитесь, пожалуйста, Надежда, потому что, ну, может быть, из-за этого. Итак, мягкий пилинг. Применяйте скрабы и пилинги не чаще одного раза в неделю. Это рекомендуется особенно для чувствительной кожи или для сухой. Не используйте средства, содержащие абразивы. То есть, если вы это используете, то пусть они будут более мягкие и не трите лицо. Очень часто многие берут виходку и трут свое лицо. Потом бедная наша кожа не знает, где деться. Ее приходится восстанавливать. Идеально подойдут продукты, которые работают как химический пилинг. Вот то, о чем я вам говорила. А также деликатные мажи с эфирными маслами. Сейчас как раз шикарная акция на этот продукт гамаш. И поэтому, если вы возьмете, он вам заменит и маску, и очищение. Именно для чувствительной кожи очень хорошо подойдет гамаш с эфирными маслами. Второе, это обязательно в зимний период и вот и час в перепады температур, питания и защита. От первых холодов особенно страдают губы, кожа рук. И вот в этом направлении обязательно прям рекомендуйте, помимо ухода за лицом, обязательно кремы для рук и именно бальзамы для губ, потому что губы и руки – это показатель нашего возраста. И даже если вы красиво нанесете декоративную косметику и скроете какие-то свои дефекты, то руки ваши и ваши губы вас выдадут. И поэтому это очень важно, чтобы взять такие, добавить в комплекс еще эти средства. Начните пользоваться бальзамом и защитным кремом до того, как возникло шелушение. Если у вас все-таки шелушение возникло, то обязательно испробуйте скрабы, пилинги, очистите лицо и после этого обязательно используйте защитные крема, чтобы больше шелушения не появлялось. Не пренебрегайте перчатками, носите их, потому что именно холод, он очень пагубно влияет на кожу наших рук. И еще один момент. Для лица применяйте более плотное питательные крема. Вот именно зима крем, его необходимо рекомендовать клиентам и в программку включать как дополнительный крем перед тем, как человек идет на улицу. Потому что если дома он пользуется, например, кремами, утром умылся и нанес крем, который необходим, ну, по разным показателям, которые мы рассматривали до этого,
то, выходя на улицу, ему обязательно нужно нанести крем «Зима». Можно тоненьким слоем, можно потолще. Потому что или бывает вот даже не крем «Зима», а бывают специальные сыворотки, именно как тональные основы, которые сделают шубку для вашего лица. Для того, чтобы сохранить кожу лица от морозов, перепада температур и точно так же от солнышка. Потому что когда лежит снег, то именно солнечные лучи отражаются от снега и очень сильно влияют на нашу кожу. Поэтому очень важно брать крема, в которых есть SPF-защита. Кстати, вот в трех шагах химический пилинг и микродермабразия и состерапия, именно в состерапии SPF-фактор восьмерочка. Поэтому он замечательно подойдет для кожи именно в зимний период. Кстати, вот, обратите, пожалуйста, внимание на программку. Вот есть очень щадящее очищение, именно удаление макияжа с лица и с глаз. Удивительное, надо вам попробовать для того, чтобы вы поняли, насколько быстро и легко это удаляется. И точно так же вот гамаш с эфирными маслами, про которые я вам говорила. И вот это средство для умывания, оно подойдет для тех, у кого чувствительная кожа очень, и которые не будут использовать, например, скрабы, потому что кожа сразу реагирует. Поэтому вот это средство очень хорошо поможет вам для умывания и для очищения, потому что там есть маленькие гранулки, которые еще работают как скрабы. Нельзя сразу делать скраб-пилинг. Любовь, вы о чем говорите? Потому что есть у нас три шага, которые, первое, химический пилинг, который расщепляет подкожный цемент среди ороговевших клеток, микродермабразия удаляет ороговевшие клеточки, а потом наносится крем-сос-терапия, которая восстанавливает и убирает покраснение. Поэтому три шага используются одновременно сразу же. Итак, теперь третий момент. Своевременное увлажнение. Это очень важно. Принимайте ванну или душ не менее чем за час до выхода на улицу. После любой водной процедуры используйте увлажнение, кремы, тоники и сыворотки. Давайте я вам... Да, вот эти три шага А, Б, С... Они используются единовременно, иначе эффекта не будет. Если 20 лет, тогда можно использовать только химический пилинг и крем-сос-терапия. По поводу количества дней, это индивидуально, потому что если, например, возраст уже свыше 50, то чтобы быстро привести в порядок, там необходимо практически 4-5 дней подряд это сделать. Но так как сейчас идет большой перепад температуры, поэтому нужно лучше щадящий раза два в неделю. Но мы дальше будем говорить об этом. Итак, после любой водной процедуры используйте увлажнение, кремы, тоники и сыворотки, которые укрепляют барьерную функцию и препятствуют испарению влаги. Именно вот обезвоженная кожа становится чувствительной потом и к перепадам температур. Четвертое. Новый диетический рацион. Если летом хочется наносить на лицо как можно меньше средств, то зимой прям вот сама кожа просит как можно больше, более плотные текстуры. И именно ваша кожа находится под воздействием стресса. И не пренебрегайте именно, знаете, как питательными кремами. Потому что именно питательные крема более... лучше защитят вашу кожу, они не позволят иссушиться. Вот видите, про который я вам говорила коллекцию, именно увлажнение. Тут есть и демакияж, и тоник, вот сам мицеллярный вот этот гель. И точно так же потрясающий увлажняющий крем для век и для лица. Удивительный. Причем вот эта коллекция, она работает так, что создает депо в вашей коже, и в коже сохраняется столько влаги, сколько необходимо. То есть, если ваша кожа постепенно сама будет брать из этого депо столько влаги, сколько ей необходимо. Удивительные крема, вот эти вот попробуйте, и это разрешено именно с 20-летнего возраста, то есть эта серия подходит для молодых. Итак, и очень важно, вот смотрите, чтобы ресурсы для восстановления
Вот, чтобы ресурс для восстановления, вот крема питательные, зачем они нужны? Чтобы быстрее и гораздо больше восстановления произошло именно в вашей коже. Ежедневный макияж должен стать многослойным. Многие не используют тональные основы, а именно не BB крема, не CC крема, а именно тональные основы. Более плотные, их необходимо наносить именно зимой. Именно они очень хорошо работают на сохранение структуры кожи. Так, надо торопиться, еще целая куча слайдов, а я еще не успела вам все рассказать. Обязательно наносите защитный крем, базу для макияжа. Выберите более плотный тональный крем, то, что я вам говорила, и наносите его на хорошо выделенную кожу. Обеспечит коже дополнительную защиту от холода и ветра именно маска специальная, которую вы будете использовать 2 раза в неделю. Зимние продукты, увлажняющие, питательные, защитные функции идеально сбалансированы в специальных зимних выпусках косметики. Поэтому возьмите, пожалуйста, вот буквально недавно мой консультант, который я посоветовала именно крем «Зима», который идет для лица, для кожи и для рук, она в этот раз заказала прям 10 банок. Я говорю, почему? Она говорит, ни один крем никогда мне так не помогал, потому что моя кожа на руках очень сухая. Я ничем не могла так восстановить. Именно вот весь комплекс, который необходим именно в зимнее время, именно есть в серии «Зима» или в серии «Вербена». Там как базовый уход, и там он прям называется зимний, он прям голубого цвета. Обратите на это внимание. И вам не нужно беспокоиться, потому что специалисты Фаберлик специально разработали формулы, которые помогут именно в холодное время защитить вашу кожу от внешних факторов. Смотрите, помните, я вам говорила, что нужно обращать внимание еще и на возрастное. В 20 лет требуется, от 20 и выше требуется полноценное питание и повышение иммунитета. Свыше 30 лет коже требуется обмен веществ, замедление. Там обмен веществ замедляется, и нужна регулярная стимуляция процессов, то есть как можно больше витаминов для того, чтобы клеточки начинали лучше функционировать. Потому что именно после 25 лет у нас уже начинается старение. Наши клетки гораздо реже делятся, и, ну, и соответственно, обновление структуры кожи замедляется. После 40 интенсивная эндокринная система, происходит перестройка в нашем организме, то есть это гормональные сбои. Как это бывает у подросткового поколения, гормональный перепад начинается. Именно после 40 эндокринная система работает совершенно по-другому. И получается, что здесь важен дренаж воды и жира, то есть баланс должен быть для кожи. То есть здесь нужно смотреть по состоянию. Вот когда мне исполнилось 40, я это очень резко заметила, что моя кожа начала бастовать. В один день она сухая, в другой день она жирная. Поэтому я для себя индивидуальный подход и клиентам после этого возраста рекомендовала дневной крем, который, например, делал кожу более матовой, а ночной крем обязательно, который именно питал. То есть можно сделать вот такой баланс. Потому что днем там больше идет защита и увлажнение после 40, а именно ночью идет именно восстановление и именно питание кожи. Потому что, ну, бастует кожа. Она на самом деле выбрасывает такие ферты, что даже не знаешь, куда деться. После 50 происходит снижение выработки именно гормонов. И происходит здесь нужна полная реконструкция. В организме происходит полная реконструкция. И именно на коже необходима полная реконструкция. Потому что резко начинают обвисать щечки, резко появляется второй подбородочек, уголки губ провисают, называют иногда еще бульдожьи щечки, глазки, уголки глаз начинают опускаться, потому что кожа начинает терять вот этот вот, знаете, дренаж,
И поэтому вот здесь очень хорошо будут подходить средства, которые именно подтягивают кожу. Давайте посмотрим несколько направлений, какие у нас есть серии. Я понимаю, что про каждую я рассказать не могу, я чисто физически не успею. Вы о ней сможете почитать более подробно, но обратите внимание, что у нас есть несколько направлений. У нас есть первое, альтернатива салон процедурам, это серия «Эксперт». И там есть как для молодой кожи от морщин, так и для более возрастной кожи. Там есть и для комбинированной кожи направления, как правильно и быстро восстановить, чтобы не было жирности на коже. Там есть и для того, чтобы попитать кожу. Точно так же есть круговая пластика, которая быстро дренаж кожи сделает. То есть там прям несколько, именно по нескольким типам кожи и по нескольким проблемам кожи. Но запомните, когда вы рекомендуете именно коллекцию, именно серию «Эксперт», что это альтернатива салонным процедурам. То есть многие из этих кремов лучше, вы можете прочитать, потому что на каждом креме написано, можно использовать, например, как базовое, или можно использовать как именно курсовое. Там будет написано на кремах, и вы это поймете. Потому что там очень часто быстрое решение проблем. Да, оно дороже, но зато эффект очень быстрый. Если человек хочет привести в порядок, обязательно при составлении программки рекомендуйте 1-2 средства из этой коллекции. Дальше, второе. Это инновационный антивозрастной уход. Здесь серия «Проликсир», она идет 25+, и до бесконечности. Серия «Гардерика» 40+, и до бесконечности. Серия «Реноваж» 50+, и до бесконечности. И серия «Матридженик» 60+, до бесконечности. Сегодня Дарья вам поставила видео про эту коллекцию. И вот имейте в виду, что если вам свыше 25, значит, вы тогда можете использовать те коллекции, ну, например, свыше вам 25, но вам нету еще 50. Значит, вам подходит «Проликсир» и серия «Гардерика». Если вам уже более 60, тогда вам повезло. Вы можете каждую из этих коллекций по одному хотя бы крему попробовать именно для решения своей проблемы. Дальше. Третье. Ежедневный базовый уход по типам кожи. Это коллекция Ice Stream. Есть коллекция Ice Stream розовая, она такая внешне. Она подходит для всех типов кожи. Точно так же там есть для комбинированной кожи. И точно так же есть питание. Поэтому здесь можно подобрать именно под состояние кожи из этой коллекции. Четвертое. Ежедневный уход в зависимости от возраста. Это коллекция Этно Ботаник. Я бы, знаете, сказала, что это комплимент от нашей компании нам. Это, знаете, когда, например, известный повар, который готовит наивкуснейшее блюдо, очень часто делает какой-то маленький комплимент своим посетителям, гостям, что-то очень вкусное. Вот именно эта коллекция «Этноботаник» – это вот как раз комплимент от нашей компании всем нашим клиентам. Это как раз те средства, которые по такой смешной цене, что они не должны столько стоить. Компания сделала вообще вот удивительный момент. Я бы сказала, что это локомотив, который помогает за собой потянуть большее количество покупок. Потому что кто не попробовал этно, кто попробует «Этноботаник», он скажет: удивительно. По такой цене, такого высокого качества, с таким составом, такого быть не может. Может, коллеги, это для нас сделали подарок. Да, там состав удивительнейший. Это подарок от компании. Если кому-то, я знаю, что у Дарьи была клиентка, девушка, я не знаю, которая пользовалась очень дорогой коллекцией, не нашей компании, и потом попробовала прийти к нам. И именно эта ботаник она взяла и сказала: это разве такое бывает, чтобы та фирма в 10 раз дороже, а качество то же самое, что здесь? Если вы сомневаетесь или сомневается ваш клиент,
Возьмите просто, вот он сделает вам, вы составите ему программку, он купит у вас всю программу. Сделайте ему подарок несколько масочек, которые стоят совсем недорого, по смешной цене. Сделайте масочки вот эти вот в подарок на Новый год, потому что если люди это попробуют, они скажут: удивительно, хочу еще раз. И пятое, это ежедневный уход по сезонам, это коллекция вербена. Есть регулярный уход, помните, я вам говорила, что немножко сладковатая. Он очень богатый, он очень приятный, он замечательно наносится, быстро впитывается. Это ежедневный базовый уход, но по вкусу он немножко сладковатый. И не каждый человек может принять вот эту сладость, что ли. Поэтому обязательно задайте вопрос. Там есть вербени летний уход и есть именно зимний уход. Поэтому обязательно обратите внимание, что не он цветастый такой, упаковка, а зимний он такой голубоватый. Голубой с белым. Шестое. Уход за проблемной кожей. Это направленная коллекция Ultra Clinix. Это специально для тех, у кого есть проблемы. И, кстати, я хотела бы сказать, что в коллекции Ice Trim есть потрясающая серия специально для комбинированной кожи. Ее тоже можно в комплексе использовать для тех, у кого есть проблемы на коже. И точно так же в серии Expert есть именно для проблемной или для жирной кожи, вот именно оттуда взять несколько пунктов. Давайте перейдем к следующему. Я вам вот просто решила показать на картинке, чтобы, потому что одно дело я говорю, и много кто, может быть, не понимает. Вот это и есть серия «Эксперт». Она выглядит вот так. Поэтому, когда вы будете смотреть, обязательно внимательно прочитайте. Там под каждым продуктом написано «Для комбинированной кожи», «Курсовая», «Возрастная». И вы увидите, что вам легко будет сориентироваться, какие продукты вы предложите своему клиенту. Вот две коллекции: Проликсир, про которую я вам говорила, 25+, Гардерика, которая 40+, которая именно она работает на стволовые клетки и прекрасно восстанавливает нашу кожу на уровне ДНК. Удивительный продукт, который работает на, знаете как, латает наши клеточки, наши больные клеточки восстанавливают для того, чтобы их было больше, чтобы обмен происходил очень быстро. Даже говорят, что когда проводили исследования, то кожа становится на 11 лет моложе. Внешне вот вам показываю, чтобы вам было понятно. Риноваж, это 50+, про которую я вам говорила, что Рима Корнеева сказала, это я специально создавала для себя. Я безумно люблю вот эти вот средства, и если вам действительно есть проблема со вторым подбородочком, или есть, что кожа именно на декольте, вот где декольте вы хотите на новогодний праздник, и вам позволяет возраст, возьмите обязательно крем для шеи декольте, вы поймете, насколько быстрый, насколько красивая станет у вас кожа, эластичная, натянется, разрывиков вот этих вот не будет. Обожаю это. И очень люблю тоник из этой коллекции. Прям постоянно его себе беру. Поэтому обязательно обратите на это внимание. И коллекция Matrix Genil. Она именно 60+. Именно она работает на те проблемы, которые возникают именно после 60. Именно вот для дам, которые после 60 хотят быть молодыми и красивыми, подарите. Подарите своим мамам, подарите своим взрослым сестрам, предложите именно клиентам. И можно полностью всю коллекцию, а можно создать определенный, подобрать именно комплекс, который подойдет конкретному человеку. Тогда ваш клиент будет очень доволен, или ваша подруга. Вот та коллекция, про которую я вам говорила. 20+ это свежесть и сияние, 30+ это увлажнение и тонус, 40+ это восстановление и упругость, и 50+ это питание и лифтинг. Это как раз этноботаник. Да.
А вот эта коллекция Ice Cream. Именно вот эта розовая, она подходит для всех типов. Вы видите, что здесь есть и сыворотка, про которую я говорила. И хочу обратить ваше внимание. Вы в 16-м каталоге почему-то нету пеночки. Я не понимаю. Возможно, я ее просто, ну, может быть, в 17-м еще не смотрела. Если она у вас есть на вашем базисном складе, пробейте пенку эту. Удивительная. Она убирает любую вообще, любую косметику, даже самую стойкую. Она прекрасно смягчает кожу. Разрешено это с 20-25 лет. Удивительно. И хватает ее на очень долго. Мне, например, хватает такой пеночки где-то в среднем на 6-8 месяцев. Поэтому, когда кто-то говорит, дорого, я говорю, недорого. Предложите клиенту, когда вы будете составлять программку, чтобы обязательно взял именно эту пеночку. Он точно будет вам благодарен. Пусть вот это будет дорогой продукт, но 33 удовольствия от этого будет. И вот коллекция вербена, как раз вот вы ее видите, что вот есть базовая и есть именно летняя. Тут зимняя не представлена, зимняя немножко в другой упаковке. Но вы ее видите сейчас в каталоге. Итак, коллеги, вот программа ухода, по которой нужно подбирать именно продукты. Первое, обязательно умывание. Это каждый день, утром и вечером. Второе, тонизация. Каждый день, утром и вечером. Это и тоники, и лосьоны. Это обязательно. Всегда после умывания. Третье, крем для век. Каждый день, утром и вечером. Многие берут крема дневные и ночные, но не берут крем для век. У меня, говорит, все хорошо. А потом 40 говорят, боже правый, что происходит с моими веками. Крем дневной каждый день, утром. Крем ночной каждый день, вечером. Скраб, пилинг, гамаш 2 в неделю. Если чувствительна кожа, 1 раз в неделю. Но менее 2 раз в неделю, если вы будете использовать скрабы, пилинги и гамажи, и будете рекомендовать своим клиентам, то тогда вы точно увидите, что у них будет обновление клеток очень быстро. То есть кожа будет обновляться, она будет буквально светящейся, светлой, ясной, красивой. И молодым румянцем будет светиться. Обязательно после скрабов и пилингов маска. То есть смотрите, каждый день мы умываемся, тонизируем, наносим крем для век или гель для век, наносим крем дневной или крем ночной. А этап выходного дня 2 раза в неделю – умылись, протонизировали, проскрабили или пилинг сделали. После этого умылись, протонизировали, водичкой смыли, протонизировали и нанесли масочку. Масочку для век и масочку для лица. Только после этого умылись и только после этого наносим или дневной крем, или ночной. Но лучше эту процедуру выходного дня делать перед сном. И у меня есть статья шикарная, большая, извините, что так не скромно, шикарно, она правда шикарная, потому что списано буквально по часам, что нужно делать утром, что нужно делать вечером. В какой час лучше делать гамаш, в какой час делать лучше то или другое. Это есть у нас на нашем проектном сайте, обучающем Flick Project, в разделе о компании, раздел «Пани» и потом о продукте. Найдите, там есть эта статья. Называется «Биоритмы по законам природы». Можете в поисковике набрать «Биоритмы по законам природы». И обязательно 9-й пункт – это сыворотки. По решению конкретных проблем. Когда вы по этим пунктам составите программу клиенту, вы скажете, программа, которую нужно обязательно. Сюда вы можете включить, конечно же, дополнительно, вы можете включить еще и кремы для рук, и дополнительно тональные основы, и декоративную косметику. Но это самое основное, которое нужно предложить клиенту. И вот здесь при составлении программы вы учитываете те факторы, о которых я говорила выше. Сезонность, возраст, тип кожи, пожелания клиента, может быть, что-то, чтобы что-то подешевле, а что-то подороже. Запомните правило. Самое важное. Все наши крема в компании Faberlic сочетаются. Они не противоречат друг другу. И если вы, например, возьмете умывание из айстрима,
а тонизацию возьмете из Ринаваш, а крем для век вы возьмете из Проликсира, ваша кожа только скажет вам спасибо, если это будет подобрано под конкретную задачу, под ту, которая необходима для конкретного человека, для вас и для ваших клиентов. Потому что если человек получает результат, он будет благодарен на все 100. И наша молодость, и наша красота зависит только от нашей любви к нашей коже. И когда человек говорит, я не могу себе этого позволить, я говорю, скажите, вы можете себе позволить дорогое нижнее белье, дорогое постельное белье? Почему вы ухаживаете за постельным красивым бельем? Гладите, стираете, его полоскаете, вы стараетесь как-то щадяще, чтобы его надолго хранили. А неужели ваше лицо недостойно такого же ухода и любви? На этом, коллеги, я закончила. Я думаю, что у вас будет возможность все скомпоновать, то, о чем я вам говорила. Попробуйте посоставлять программки на основе этого обучения. Задержала вас долго. Давайте до встреч. Завтра у нас будет удивительная тема, очень полезная, которую будет давать Дарья. В ней она расскажет, где брать информацию для того, чтобы вы были более компетентны в каждом продукте, который у нас есть. Спасибо за ваше внимание. А маску патч для век использовать очень легко. Снимаете упаковку, вытаскиваете, умылись, протонизировали, нанесли, легли и ни с кем не разговаривайте, с закрытыми глазками получили удовольствие. Там все написано, там вообще проблем никаких нет. Важно, что быстро вы можете привести себя в порядок и подобрать маски, которые вам нужны, их огромное количество. Знаете, скажу вам по секрету, если вы себя очень сильно любите, возьмите себе коллекцию Platinum, если она действительно вам по возрасту подходит, вы будете в таком бешеном восторге, вот честно скажу, вы просто скажете, это удивительный продукт, он не может стоить столько, сколько он стоит в каталоге. Гамаш, сейчас скажу. Скраб, в нем гранулки, и когда вы катаете скраб, то гранулка как снеговик накатывает. Знаете, как снеговика катают, то есть на себя накатывают снег. Так работает скраб. Пилинг работает, он как скраб, но более мелкий. И он, знаете как, получается, он счищает и работает как шлифовка. А гамаш, он приклеивается. И потом роговые клеточки, омертвевшие клеточки приклеиваются к гамашу, и когда вы стираете, они просто отпадают. Вот это гамаш, это именно он работает более щадящий, чтобы не повреждать нашу кожу. Кстати, скажу про наши скрабы еще последние пару слов. Наши скрабы не нужно бояться, потому что гранулы, которые там находятся, они все абсолютно одинакового размера. Они все абсолютно идеальной круглой формы, никаких звездочек. Поэтому, когда вы скрабите лицо, вы не получите микротрещинки и микроповреждения. Все, коллеги, спасибо вам большое. Да, можно. Спасибо вам большое, дорогие мои. До новых встреч.